Что нужно петь молодым исполнителям, чтобы пробиться на столичную сцену, и как восстановить себя творчеством, даже когда медики разводят руками. Об этом и многом другом сегодня в эфире программы «Губерния. Вечерний разговор» на Самарском губернском радио рассказала известная эстрадно-джазовая певица-педагог Нина Веденина-Мейерсон. 6 лет назад тольяттинская вокалистка оказалась прикованной к инвалидному креслу после аварии в горах, а также получила повреждение голосовых связок. Заново училась петь и по собственной методике восстановила голос. Нина стала известной на всю страну после выступления на слепых прослушиваниях федерального телепроекта. Сейчас певица много уделяет внимания обучению детей вокальному мастерству, а также борется за развитие доступной безбарьерной среды для активной жизни людей с инвалидностью. 11 сентября в культурном центре «Автоград» в Тольятти состоится большой сольный концерт Нины Веденина-Мейерсон при участии симфонического оркестра Тольяттинской филармонии, детского хора «Мальчиков», «Ладья» и других артистов города. Начало в 19 часов. Это не просто мой сольный концерт, потому что я захотела вдруг выступить, а это благотворительный концерт. Мы поддерживаем двоих людей, двоих тольяттинцев. Это молодая мама и один парень, который выступал на соревнованиях за Самарскую губернию как раз-таки на самбо и сломал шею. К сожалению, он сейчас парализован. А девушка, молодая мама, это Катя Агейкина. Она родила малышку и через неделю ее разбил обширный инсульт. Информационным партнером концерта является телерадиокомпания «Губерния».